Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, в принципе, сейчас мы будем искать тех покемонов, которых нам еще не осталось. Кстати, еще раз спасибо, дорогие друзья, я читал комментарии, действительно, мне написали, что у меня еще нету Farfetch'а, я благодарен за то, что вы написали. Сейчас, ну сначала давайте Chansey, может где-то она все-таки будет. Не хватает тогда нам еще двух покемонов. Это у нас получается Chansey, да, и Farfetch. Ту, или как он там. Так, и, ну, конечно же, еще прокачать наших покемонов. Так что давайте мы все-таки этим займемся. Farfetch у нас тут не спавнится. Ну, в равнинах, да. Он у нас спавнится вроде в лесах. Я его всегда кучу видел в вот в этих... Окс, сейчас, секундочку, там покемон босс. Я его всегда видел в лесах, там возле нашего первого дома. И, кстати, Понита... О, красный вульпикс, да? Понита эволюционирует действительно с камнем огня. Я, если честно, как-то не знаю, но вроде писали, что да. Так, секундочку. Вот так вот. Так, фиг его знает, кого она убьет, кого она не убьет. Давайте все-таки кинем. Ну, Мяут, кидайся. И Молтреса. А, Рейкваза у нас мертвая, надо идти вылечить покемонов. Кстати, Lucky Edge у нас все-таки есть. Я как-то его даже не заметил. Он у меня в сундуке просто-напросто был. Сейчас мы его, наверное, возьмем, поставим там все-таки, наверное, на Метанга. Так как ему осталось еще там больше, чем 10 уровней. Мы сейчас убьем вот Вульпикса и посмотрим, сколько там еще осталось. Ну давай Чаризард. А нет, Райкваза у нас живая, но чуть-чуть ХП у нее. Так, ух, отлично, Мяут эволюционирует. Кстати, дроп наш там, ну, дроп с босса выпал. Ну, места, наверное, в инвентаре просто нету. Ну давай эволюционируй, Мяут, в Персиан, Шайни Персиан. Ух, красавец, да? Какой-то там цвет. Ну, вроде такой же, вроде цвет, но тут у него такая фиолетовая точечка, да, в обычного персина. Фиг его знает какая. Так, чё мы тут можем поднять? Вот так вот. Так. Так. Кстати, вот что я хотел. Ликитунг. У нас есть Ликитунг. Но я вроде помню, что я его ловил, но... Фиг его знает. Давайте мы сейчас проверим, есть ли он у нас или нет. Ликитунг. Есть. Отлично. Так, вылечим наших покемонов. И давай. И, кстати, да, уже, наверное, можно персина просто положить в компьютер. Мы его уже прокачали. Да. Давайте вот еще диски сюда положим. Что у нас вот тут? Ух, тут у нас тоже дохренище всего. Вот так, диски. И вот так. Отлично. Сюда мы положим вот это все. Ух, Файерстон у нас есть. Кстати, ну как раз проверим, эволюционирует ли Понита с Файерстоном. Нет, она эволюционирует с уровнем. Ну, пускай будет. Так. Вот это все мы сейчас поскладываем вот сюда. Диск у нас идет вот сюда. Это у нас идет все вот сюда. Отлично. Так, давайте поспим все-таки. Ночью как-то не очень хочется бродить. Так.
так вот. И вот так вот. Тут у нас уже вроде все прокачанные, да? Вроде да. Фу, Ченси. Ченси что-то вообще нифига не спавнится. Я помню, видел пару раз, но... Вот те как раз пару раз. Ну, давайте как раз пробежимся к вот этому, как его... Ну, к лесу. Как раз там в лесу может быть Farfetch'd. Сейчас мы как раз сюда побежим. Ну да, вроде только два покемона нам уже остались. Вроде. И у нас там покемон-босс был. Или вот он тут. Главное, не пропади, пока я к тебе бежу. Бегу. Так, давай, давай. Или он опять в земле. Не имею я опять желания рыться в шахты и вот идти искать вот этого там Geodude, да, или опять же того же Гравеллера. Идем и сюда посмотрим, нет ли тут Farfetch'а, Farfetch'd'а, или как это можно сказать. Так, ну тут пока я никого не вижу. Ну, в принципе, там еще есть лес. Может туда тоже пробежаться, посмотреть, есть ли там вдруг кто-то. Так, ну Ченси, я вроде правильно Ченси, да, написал? Вроде да. Так, Farfetch'd. Ты у нас где? Пока что не вижу. Так, тут у нас кто? Тут у нас никто. В смысле, никого нету. Фиг его знает. Я даже Farfetch'd'а уже не могу найти. Ченси, ну где ты, когда ты нужна? Нету ее. Так же, как и Farfetch'd'а. Ох, Митангу. Еще 10 уровней нужно. Так что давайте все-таки мы ему, наверное, поставим Lucky Edge. Может, так быстрее он прокачается. Ну, двойной опыт все-таки, да. Так, тут у нас никого тут у нас нету. Опуки центр. Там у нас еще. О! Ну, там еще у нас лес. Тоже туда сейчас бегаем. Ченси я пока что не вижу на карте, в принципе. Гравлиты. Куча. И все. И Меджикарпы. Ладно, давайте мы все-таки, наверное, сейчас тпхнемся в наш первый дом. Там везде кругом лес. Поэтому, мне кажется, хотя фиг его знает, кажется, может там и будет Farfetch'd, может и нет. Посмотрим. Так, откроем вот. Ну, в смысле, включим, чтобы можно было телепортироваться. Сейчас я еще немножко туда пробегусь вперед. Никого. Я говорю, я Ченси видел пару раз, но я тогда просто не знал, что ее у меня нету, поэтому как-то не хотел ее ловить даже. А вот сейчас, когда она мне нужна, фиг ее найдешь. Так, ты какой там уровень гипнул? О, да, давай иди сюда, как раз нормально будет, чтобы прокачать нашего Метанга. Ну, давай. И отлично. Что там с него выпало?
А, или это, фиг его знает. Джунгли. Это вроде те... это те джунгли, где мы нашли нашу Райквазу. Я помню это место. Я как раз вот сюда... Так, извиняюсь. Я как раз вот сюда бежал. Вот. Я помню это место, капут. Вот. Я как раз сюда пробежал. Там у нас гравий. Вот. Прикольный такой разломчик, знаете, как бы. Такой ручеёк. Под горой, да. Такие джунгли. Ну, я как раз вот тут был. Я помню, я вот там увидел красного гипна. У нас тогда еще покерадара не было. И вот там заспавнилась наша Райкваза. Так. Ну, давайте по приколу. Мью. Нет. Давайте, например, Сайтер. Как-то он так пишется. Тоже нет. Чанси. Ну, пускай будет. Так. Ну, чё ты... Опять где ты? Вот тут ты. Наш дом. Вот где-то вот он вот тут. Да. Прямо на него ты пыхнулся. Фу, ну чё, пойдём мы искать Farfetch'd-то. Я не знаю, как он пишется, в принципе. Ух ты! Гровайл тут. И Туртвик. Офигеть. Пикачу. Ух ты! Это кто у нас там? Ну, дратини, не дратини, но на Драгонейре тоже можно отлично прокачаться. Твистер, отлично. Ну, еще осталось 9 уровней. А ну, давайте просто. Хотя, не знаю, не будет тут еще, наверное. Хотя... Дратини. Нету Драгонейр. Тоже нету Farfetch'd. Хрен его знает, как он пишется. Farfetch'd. Фиг его знает, честно, не знаю, как он пишется. Куча его, ну прям такие кучи их бегают на каждом месте. А когда он мне нужен, фиг его найдешь. В принципе, как всегда. Никого. Я не знаю, как он пишется. Farfetch'd или Farfetch'd? Farfetch'd. Хрен его знает. Сейчас я еще раз посмотрю. Так, секундочку. Farfetch'd. Как он пишется? Поке. Так, секундочку. Farfetch'd. Ага, без Ч. То есть без Т. Farfetch'd. Вот так вот. Отлично. Смотрим сейчас на карту. Че, у нас темнеет? Нет, еще нет. О, мистер Майм. Так, Farfetch'd у нас нету. Пока что я его, в принципе, на карте не вижу. Ну, может, ты же имеешь желание заспавниться? О, Вульпикс. Не вижу, капут. Нету его. Farfetch'd. Наверное, я тебя без съемки буду вылавливать, если, конечно, тоже найду. А вот это у нас есть Бедрила. А фиг его знает, есть ли она у нас. Не помню. Идем и все-таки проверим лучше. Вдруг ее у нас нету. Это вообще капут будет. Если у нас ее нету. Так, на карте ни хрена нету никакого там Farfetch'а.
Трико, нифига себе. Ты у нас уже есть. Нет, на карте. Ну спамься уже, Farfetch. Ну куча тебя всегда, когда не нужно, на каждом шаге куча вот того Farfetch-то. А сейчас нифига. Так, бедрила. Если она у нас, если ее у нас нету, это капут будет. Я что, ее забыл словить? А нет, есть, вот она у нас. А вот того фиг найдешь. В смысле, нет. Ух, ни хрена себе, сколько вас тут заспавнилось. Так, Хантер, ты какой там уровень? 29. Нет, не нужно. Не нужен нам 29 уровень. Нам хотя бы 50 нужен, чтобы прокачать нашего метанга. В принципе, у нас же есть раркенди, да, но... Пока что не хочется как-то их использовать. Ну, капут. Все-таки я, наверное, или Ченси, или Farfetch-то я словлю без съемки. Так как не могу я найти его и ее. Вот два последних покемона, которые остались. Не знаю, я еще раз говорю, дорогие друзья... О, покемон босс. Я не буду ловить, как бы, всех окаменелых покемонов, это, ну, просто нереально найти. Не, ну, реально, конечно же, реально, но вы сами поймите. Ну, конечно же, ну, как это можно сказать? Реально найти всех окаменелых покемонов, но... Сколько их нужно искать? Так, давайте, давай, Райкваза. А, ну он сам взорвался, отлично. Ху, отлично. Еще он у нас осталось ему прокачать 8 уровней. Так, мистер Майм, ты какой он? О, 49 уровень, ни хрена себе. Отлично. Давайте сразу и Пониту вызовем, если он ее не убьет. И Райкваза. И еще раз. Отлично. О, еще один покемон босс. Так, где он у нас? Вот он? Нет. Гасли. Это какой вообще Гасли на нас напал? Ну я знаю, ты сейчас попадешь по этому Гасли. Ух, капут, и как я сейчас тебя убью, или я даже убегать не могу. Я даже покемонов поменять не могу. Чем мне сейчас делать? Да хрен я его убью. И он меня хрен убьет. Он вот свои там фишки всякие юзает, гипнозы и вот это все. Я не могу даже на вот этого поменять. Конченый. Ну, иди сюда, Гасли. На использовал всякой херни. Хрен его убьешь, хрен от него убежишь, хрен поменяешь покемона. И хрен он меня убьет. Единственный выход, мне так кажется, было словить его. А, Райкваза, не убей только ее, пожалуйста. Я его хрен, наверное, убью, да? Райквазы. А, нет, убью. Хрен. Да я... Чем мне сейчас его бить? Молтерс по нему хрен попадет. Никак он по нему не попадет, так как это... А, нет. Ну, в принципе, нормально. Ох, ни хрена себе, сколько дисков. Так, метанг у нас уже 34 уровень. Это замечательно.
Давайте мы побежим назад. Вот туда. Так, а на каком метан вообще эволюционирует? На 40-м уровне или на 46-м? Я, если честно, не знаю. Так. Не спавнишься? Нет, Farfetch'd. Может, ты надумал? Так, кто это у нас? А, нет, не хочет он спавниться. Так, побежим мы вот сюда. Я не знаю, наверное, я, может, в последнем, как бы, эпизоде вот этого сезона, перед тем, как выйдет новая версия Пиксельмона, и я еще раз говорю, я не буду ловить, как бы, всех каменелых покемонов, так как это, ну, просто очень сложно найти все фосилы, как бы, и очень сложно найти фосилы, чтобы они не повторялись пару раз, чтобы ты не словил там пару раз Анорита или Ариодактиля или еще кого-то. А, они... Ну ты что издеваешься, Забду заспавнился. О боже. Спасибо за Забдуса. Только когда у меня два Забдуса заспавнились за пару секунд. А вот теперь, в принципе, еще один заспавнился, но пускай будет, да? Но я его ловить не буду, нет смысла. Убьем мы его. Если получится, конечно. Если он наш Пуниту сейчас не убьет с одного удара. И Молтреса тоже. Почти. Ни хрена себе. Ух, долго мы его будем бить. А, ни хрена себе, у нас Чаризард сильный. Так, отлично. Убили мы Забдуса, да? Farfetch'а все-таки еще и нету. Не заспавнился, зато заспавнился уже Забдус, да? Пока мы искали Farfetch'а, уже заспавнился Забдус. Офигеть просто. Так, мистер Майм, ты какой там уровень? 26. Не очень, но убить тебя можно. Нифига себе, у нас Чаризард сильный. Так, идем мы дальше. 35 уровень, у нас уже метанг. В принципе, отлично. Так, ну иди, давай, вот. Фу. Я может, просто-напросто говорю, в последнем эпизоде вот этого сезона, перед тем, ну, когда выйдет уже новая версия Пиксельмона, я просто-напросто... Можно сказать. Не знаю, просто покажу, может, всех окаменелых покемонов уже с помощью гейм-мода, так как... И, может, еще и Мьюту заспавню. Так как их просто... Ну, Мьюту, это же Мьюту. Я все окаменелые покемоны, я уже говорил. Так, Гасли. Извиняюсь, но ты у нас уже есть, даже уже не Гасли и не Хантер, а уже даже Генгар. Поэтому... Просто действительно, да, дорогие друзья, поймать всех каменел покемонов, это очень сложно. Ну просто сколько нужно провести времени в шахтах, чтобы найти все фосилы? Я еще раз скажу. А если фосилы будут попадаться как бы не разные, а может ты там найдешь три фосила, а эти все три фосилы будут там Анорит, Кабутопс, еще один Кабутопс. Потом найдешь еще пять фосилов, это будет еще один Кабутопс, еще два Анорита, еще там... Два аэродактиля. Тортурга еще там, да, есть? Еще какой-то. Так. Ну что, давайте мы еще тпкнемся вот сюда, к нам домой. Где наш дом? Он где-то он тут, да? Так, где мы? А. Брам-бам-бам, ченси нету, Farfetch'а.
Зато мне сейчас еще прокачаю. Да твою ж мать. Райдон. О, там покемон босс вроде. И нет. Или мне показалось? Наверное, показалось. Так, 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 так. Покемончики. Ченси, давай, давай. О, покемон босс. Опять же, Гравеллер. Джиудут. Кто там же еще? О, 48 уровень. Нормально. Бунита. Черизардик. Нет, давайте все-таки вот этим. Отлично. Это покемон босс или меня плющит? Нет, это все-таки покемон босс. Сейчас мы туда пробежимся, если он, конечно, не пропадет, или он, конечно, не в шахтах. Так, 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 Лайрон, Лайрон, Лайрончик, Лайла, Лайрончик. 53 уровень, отлично. Тоже на тебе можно прокачаться. Ну зато пропал уже покемон босс, капут. Сколько там вот этих всех покемонов в воде? Дратини. Или драгуна. Нету. Фарфетч. Тоже не, нету. Чанси. Пускай будет Чанси. Фу. Так, Метанг 36 уровень, Панида тоже 36 уровень. Но если верить, то Метанг у нас эволюционирует или на 40 уровне, или на 46, да. Никого нету. В смысле, никаких покемонов нету, которые мне в данный момент нужны. Так. Вот так вот. Метанг. Черизард. Ай, так. Отлично. Что там с него выпало? Перья. Ну да, логично. Фу. Так. Ну, в принципе, сейчас я еще только одну вещь посмотрю. Так. Или нет, нет у нас, есть у нас яблочки. Ух, у нас же дофига вот этого. Золото. Ну, в принципе, дофига не дофига, но пару рар кэнди мы еще сможем сделать. Я так думаю. Я так думаю. Давайте мы еще посмотрим, нет ли у нас яблочек вот тут. Наверное, можно будет еще яблочек себе понаходить. Давайте сейчас сделаем, сколько там. Вот вроде вот я не помню, как оно уже делается. Отлично. Уже на два раркенди больше, да? Или на одно? Нет, на два. У меня же два яблочка было. Отлично, отлично, отлично. Значит, нам сейчас еще можно будет понаходить яблочек немножко. И, в принципе, с помощью этих яблочек еще себе чуть-чуть вот этого, как его, ну, поделать себе раркенди, да? И как раз можно будет превратить Чаризарда в 30 уровня, дорогие друзья.
Что я еще вспомнил? У нас обычной Иви нету, прикиньте. Все Иви есть, обычной Иви нету. Иви, 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 Иви. Как ты же бловишься. С ультрабола, 12 уровень. Ну, нет смысла даже на нее набрасывать покемона, так как, ну, просто-напросто убьют все ее покемоны, которые у меня есть в данный момент, с одного удара. Так, не словилась Иви, да? Нет. Как же они хреново ловятся, вот эти Иви. Иви, ну иди ты сюда. Ну, в принципе, ультраболов у нас до хрена есть, да? Ультраболов у нас есть, и нам осталось только два покемона, поэтому можем еще попытаться словить вот эту Иви. Твою мать, я не буду на тебя использовать мастербол, так как ты Иви, а меня бесит так, как ты ловишься. Я знаю, ты там ловишься с каким-то френдболом, но в данный момент у меня его нету. Может, он у меня есть в компьютере, ну, в смысле, в сундуке, но пока я бегаю за сундуком, ну, в сундук, твою мать, в дом, посмотрю, если он у меня френдбол, то ты уже 100% исчезнешь. Ух, Иви, Иви, ну чё ты так хреново-то ловишься? Метанг же вроде конфьюжн есть, да? Куда ты бежишь? Иви, иди сюда, зараза мелкая. Конфьюжн. Ага, охренеть. Ну иди ты, Иви, задрала. Фиг ты ловишься. Так, ну, в принципе, не будет у нас обычной Иви, да и не будет. Зато у нас есть уже все эволюционированные Иви, поэтому... Фу. Ну, в принципе, да, вот что я хотел сказать. Сделаем мы, наверное, себе, сделаем мы себе кучу Rare Candy. И прокачаем, наконец-то, одного покемона до 100 уровня. Это у нас будет Charizard. Не буду я качать кого-то другого, я, наверное, все-таки просто прокачаю... Я прокачаю Чаризарда. Это у нас, считайте, первый покемон. Это наш любимый покемон, можно и так сказать. Поэтому 100 уровень мы, наверное, сделаем нашему Чаризарду. Я без съемки, наверное, еще там понахожу немножко яблочек, хоть штук так 10, если получится. И потом сделаем себе Rare Candy. Я, наверное, тоже без съемки уже попытаюсь ловить Farfetch'та или Chansey, хотя бы одного из них, если, конечно, найду. Если нам еще хватит Rare Candy, то сможем прокачать нашу Пониту и Метанга. Да. И в принципе, секундочку, там еще у нас покемон босс. Если он не пропадет. Покемон босс. Кто там у нас зеленый? А, понял. Так, давайте, нет, зеленый. Отлично. Нифига себе. Все, убили мы его. В принципе, 4 уровня нам еще осталось для нашего метанга, или не знаю сколько. Все, дорогие друзья, давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.